И всем привет, ребята, с вами я, Бороныч Топчик, и сегодня мы будем играть в Майнкрафт. Но не просто, мы сегодня выберемся ночью на природу, будем там жарить шашлычок, отдыхать, короче. Ну, ребятки, а мы начинаем. Ну, ребятки, а пока не наступила ночь, оформляйте, пожалуйста, подписочку. Жмите колокольчик, лайкос, пишите комменты, пока ночь не наступила. И, ребятки, пошли, я вам покажу и расскажу, короче, покажу деревню всю. Так. Так, ребятки. И еще, ребятки, я уже подготовился к, короче, к походу. А еще при том мы будем в лесу. Вот костер, одежда, потому что прогноз погоды показывает, что будет ночью холодно сегодня. Еще плюс в лесу. Факел я обязательно взял, меч. Ну, вот такая, короче, у нас деревня. Мой дом, походу, здесь самый большой. Посмотрите. Вот. Я даже чуть-чуть тут клетку занял, но ничего. Короче, я не знаю, что с майном происходит, но здесь на кролика можно сидеть. Посмотрите. Короче, вот такой вот у нас деревня такая, моркочка вот, это, походу, удобрение там, да. Ну, про самолет вы уже знаете, но это даже не самолет. Так, табличка. А, еще, ребятки, забыл. Я ж купил себе новую машину, ламбу, посмотрите. И сегодня я на ней и буду ехать в лес. Ребятки, так, вот такая таблица. Ну, пошли, там, на компе полазим. У меня, собственно, два компа, вот один. И в моей комнате еще второй. Ребятки, вот второй комп. Давайте что-то посмотрим. Я, наверное, поиграю в игру. Так, печатаю. Какую же игру? А, ребятки, давайте я еще с собой мангал возьму. Хоть мы на костре будем, но... Мангал на всякий случай, если там дождь будет такое. Короче, возьму с собой мангал, ребятки. Ну, короче, ребятки, я с собой возьму мангал, но когда буду уже идти в поход, пойду я, наверное, кофе выпью. Так, запускаю машинку запускаю. Пока готовится кофе, сейчас я вам покажу, что там. Так. О, все. Короче, залезаем наверх. Так. И... Я, когда идет дождь, я... Закрываю вот так люк, чтобы дождь не попадал и не тушил, то есть, камин. Я надеюсь, вы это замечали. Напишите в комменты, или вы это замечали или нет. И, ребятки, Lamborghini я обязательно сегодня вам покажу, потому что мы сегодня будем на ней ехать в лес. Да. Собственно, будем ехать на ней в лес. Або, ребятки, полетим на вертолете. Да, в лес, на вертолете.
Ну, я думаю, лучше на ламбе. Вы уже видели, как я на вертолете летал, а на ламбе, как летал, вы еще не видели. А в лес мы, наверное, поедем вот той, а не... Давайте вот этот, там страшней. А там обычная деревня, а тут будет интереснее вот там, в лесу, вот там. А здесь как-то неинтересно, обычные деревья такой, ребятки. Так, скоро я уже вижу, будет ночь. Посмотрите, уже и туман, видите, спускается. Ночь скоро, видите? По солнцу. Скоро ночь. Давайте посидим в моей комнате. А хотя, давайте, вы знаете, ребятки, колоками погреемся. Ой. Давайте новый монитор поставим, потому что компьютер без монитора, вы знаете, он не работает. Ой, ребятки, я еще вам один мод не показал, да. Но сейчас поставлю... Где же... А, вот. На фотоаппарат, конечно, похоже. А если поставить, то похоже на колонку. Так. Еще. Давайте поставим крест. Что это такое вообще? Так, давайте новое кресло поставим. Короче, пусть стоит. Ребятки, а я сейчас возьму это, вы сейчас увидите, что это. Можем на ней в лесу поехать. Ну, на ней как-то дед. Вы серьезно? А, научиться можно. Посмотрите, как она, какая она быстрая. Вы серьезно? На ней одно сердечко, да? Ребятки, скоро ночи. Мы будем уже, короче, двигаться, как-то так сказать. Двигаться в лес. Ну, ребятки, я включу запись, когда мы будем уже, собственно, двигаться в лес. Ребятки, я вот стою и смотрю в окно, уже, ребятки, потемнело. И, ребятки, мы сейчас идем уже в поход, я уже дождался урока. И, ребятки... Погнали. Так, ребятки. Халамбу. Холодно на дворе как-то, ребятки. Капец холодно. Я надеюсь, в ламбе тепло. Ребятки, у меня такое ощущение, что я что-то все-таки забыл. А, да, я забыл. Мангал, ребятки, сейчас. Ребятки, я тебе только что посмотрел, это не мангал, а гриль. Это называется, смотрите, гриль. И все-таки я ее взял. Ну, мы, ребятки, уже едем. А где же? А какой лес? А, вот это. Да, ребятки. Капец стрём. Ребятки, напишите в комментах, или вы хоть раз были в лесу, или нет. Я думаю... Ой. Я загубился. Я думаю, вот здесь нормально, так? Вот здесь мы будем раскладаться. Тут пустая такая поляна. Ставим гриль.
Так, ребятки, ставим костер. Давайте вот здесь. Ребятки, я все-таки уденусь. Очень, ребятки, потому что холодно. Так. Все, ребятки. Забыто. Ребятки, я забыл кресло. Сейчас я съезжу по креслу. И, ребятки, надеюсь, никто ничего не украл. Фух, да, ребятки, никто не украл ничего. Уже мясо жарилось, ребятки. Давайте поставим стульчик, я на него сяду. И, ребятки, еще шашлычка пожарим. Шашлычок. Какой вкусный, ребятки. Он капец вкусный. Пусть жарится. Еще одна порция с шашлычком. Давай. Уже скоро будет, кстати, светлей. Опа. Мне даже с кресла лень вставать. Ну, я, наверное, буду уже собираться. Уже пора, ребятки. Давайте я все в багажник загружу. Ребятки, я в багажник все загрузил. И теперь едем назад в деревню. Как мне проехать? Так. Едем. Где здесь мой дом? О, все. Мы приехали. Вещи я уже потом разгружу. Ребятки, вещи я уже потом разгружу. Ну, ребятки, вот сегодня такой у нас отдых был. Ребятки, за это обязательно лайк, кос, подписочку обязательно, а колокольчик вообще, и коммент тоже. Ну а с вами был я, Ворончик Топчик, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.